10 апреля в администрации округа состоялось очередное заседание коллегии по следующим вопросам. О плане мероприятий администрации Угличского муниципального округа в сфере экономической и социальной политики на 2003 год. О состоянии дел в сфере осуществления пассажирских перевозок на территории округа и перспективах ее развития. Развитие пассажирского транспортного комплекса предопределило возникновение целого ряда противоречий между характером взаимоотношений субъектов рынка транспортного обслуживания и правовой основой их взаимоотношений, что ставит перед администрацией округа неотлагательные задачи по преодолению подобных негативных тенденций. С докладом о состоянии дел в сфере осуществления пассажирских перевозок выступил заместитель начальника управления экономики и прогнозирования Парфенов Сергей Алексеевич. В первом квартале 2003 года произошли существенные изменения у основного перевозчика, это Угличское АТП. Поменялась структура собственника, и в качестве одного из акционеров пришла лизинговая компания «Ярком». Это один из крупнейших реализаторов транспортной продукции на территории округа. И в результате этого были привлечены значительные средства для развития предприятия и приобретено 11 единиц транспортных средств по лизинговой схеме. Следует отметить, что это произошло в Угличском муниципальном округе как пилотный проект в первом округе по сравнению со всеми муниципальными образованиями. Я хочу поблагодарить всех транспортников, которые откликнулись на нашу просьбу о подготовке коллегии. В общем-то, в моей практике впервые так слаженно сработали в плане предоставления информации, никто не ссылался на коммерческие тайны, на прочие какие-то условия отказа предоставления информации. И прошу утвердить предложенный проект постановления, и, в частности, главным образом приложение 2, содержащее мероприятия по развитию сферы пассажирских. Глава округа Элеонора Михайловна Шереметьева в свою очередь отметила, что в 2003 году должна быть запущена автомобильная мойка. Кроме того, администрация дала согласие на реконструкцию автовокзала. Во второй части заседания коллегии прозвучала информация о плане мероприятий по реализации в 2002 году основных направлений социально-экономической политики Угличского муниципального округа.